Блэк Джек, альтернатива Уайт Джека, злой братец, который не любит играть с экипажем, а лишь убивать его. Я вас всех приветствую, с вами Мидр, и сегодня мы с вами поиграем за такую роль, как Блэк Джек. В прошлой серии мы играли за Уайта, а на сей раз мы поиграем за параллельную ее версию Блэк Джек. Это считается его братцем, можно и так сказать. Хотя в этой игре и нету сильно никакого лора. Ну а с вас тогда лайк и подписку, а мы начинаем, как обычно, с небольшого гайда. Хотя какой тут гайд есть, я... Уайт и Блэк, они одинаковые. Ну почти. Уайт Джек — это такой вот персонаж, альтернативная версия Уайта. Только кроме того, что он умеет угадывать предателей и нейтралов, то Блэк у нас угадывает экипаж и нейтралов. Поэтому его считают злым братцем Уайта. Давайте приступать к катке, и там все будет ясно, что с ним такое. Кстати, я помню, я с ней играл уже в прошлый. Так, подлец, шпион. А у нас еще Уайт есть. У нас, возможно, синий Уайт. В принципе. Такой тоже возможно. Мою роль знает Фиолетовый, я знаю его роль. Так, давайте просто проголосуем него и все. Очень интересно, почему же ты не зарепортил труп, а? Очень интересно, а почему ты зарепортил? Потому что... Может, человек не репортил, потому что есть доктор? Я слепой. Блин, вот это он неудачно подошел. Парень такая, ты спе? Угу, так тебе и сказали, я свою роль. Угу. Потому что я здесь присутствую, я здесь. Я подлец. Синий подлец, понял. Опять шериф, да? Всё, да. Давайте еще раз попробуем. Я вот, слава богу, что я не угадывал. Я вот, хорошо, что я не поспешил с выбором. Тут тоже надо думать, что делать. Так, ну посмотрим. Опять два гипноза. И шутяра опять есть. А у нас покойник есть? У нас его нет. Отлично, просто супер.
Так. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Оранжевый шут. Угадай меня, если тебе не страшно, я шут. Короче, я шут. Гадай меня, он как будто думает, что я правда блэк. Хотя я и так блэк, но откуда такая информация? Ну-ну. Не, походу я вообще выложу просто видос, как блэк просто убивает. Это обычный предатель. Я вообще никого не гадаю. Почему они гадают голубого? А у нас же гипноза есть, точно, блин. А вот, кстати, если я постараюсь дожить до самого конца, посмотреть, что там, да как получится. Можно, в принципе, а у нас подрыватель есть? У нас его нет. В принципе, можно посидеть в люке и подождать всей ситуации. Так. Голубой предатель, голубой. Белый предатель, белый предатель. Честно говорю. Так. А прикиньте, это шутера. Все, походу, мы против гипноза остались. Домой. Опять я никого просто не угадывал. Так я в итоге я гипноза убил, получается. Бел был гипнозом. Белый был гипнозом. Нет, она догом была. А кто опять гипнозы? Боже мой, розовая, офигеть. Попробую сыграть все-таки в рандомные роли. Твои эти две катки не хочется как-то записывать вот такими вот короткими и без угадываний чисто. Носильщик шут. Шута, в принципе, у нас нет. О! Значит, если он в люк прыгнет, то это будет он. И нет у нас такой роли, который может убить меня. Оранжевый шутяра. Ха? Ой, коричневый шутяра, господи. Какой коричневый шутяра. Горящим испалился. Но я его поставлю на... Мне либо кажется, либо нет. Горящего... Зачем ты созвал? Тут никого не убили, да?
Он вообще ничего не сказал. Просто так сразу, чтобы время тратить. Все, коричневый изъезд. До свидания. Все. А то они сейчас за него проголосуют еще. Ситуация, что они могли его просто выгнать, и все, игра проиграна. Все. Все. Больше ничего не могу сказать. Это все. Игра бы просто упала бы. Испарилась просто бы эта игра. Испарилась. Давайте я хоть что-нибудь. Блин, надо бы реально начать уже что-то делать. Тут что-то оранжевое стоит тут. Хотя подождите. Гадатель кого-то обычным экипажем, ну блин. Вот знаете, было бы хорошо, если бы кто-то случайно бы так камеру поставил бы. А ранее там что-то поставил у нас. Давайте его два врубим. Так, там тут сканится. Зачем вы все нажимаете кнопку? У малого бомбануло. У малого бомбануло. Но я думаю, что это обычный экипаж. Кто не умеет ни за кого голосовать? Давайте... Зачем он такой тихий? Сталкер тихий. Мне кажется, что желтый... Давайте за сталкер. Все за сталкер. Мне тоже кажется, что желтый какой-то подозрительный. Все за сталкера. Все за сталкера голосуйте. Да это экипаж, ну я что за ногу, ну это очевидно, у него третий уровень. Ну кем он может быть еще, ну кроме экипажа-то, ну никем он не может быть. Тем более у него скин еще даже ни с чем у него. Блин, надо короче убивать, серьезно, надо роли вычислять. Агент, тут еще есть агент. Если вдруг спалится он, то я его угадаю просто на голосование. Ну, если я его замечу, кто это вообще? Я кого-то килл сделаю, репортну. Я решили заснуть за желтого. А почти. Надо было все-таки было проголосовать, все-таки было. Ну, минус один был бы человек тогда, но что-то я не подумал об этом. Ну ладно, давайте. Поехали. Продолжаем. Так, что у нас тут? Зеленый скан, хорошо. Хорошечно. Я не знаю, что сильно делать сейчас. Просто у меня в голове не укладывается идея, что надо делать-то вообще. Надо вычислить агента. Либо он уже умер. Нет, я шута же убил, точно. Но когда высветится эта штука, кто у нас все-таки? Он может спалить меня, либо моего напарника на эту. Так, короче, ладно. Кто попадется, того и убью. Сталкер бегает. Агент. Не убивай его только. Убил.
зачем ты его убил? Так, это не сталкер. Оказывается, я не знаю, это кто. Давайте все-таки за желтого, ладно. Давайте за желтого. Давайте за желтого, давай. Я... Китаец был убийца. Я за желтого. Голосуйте за желтого. Да, за желтого. Ну шута нету, я его уже убил, в принципе, поэтому можно. Нет, ты врёшь, потому что если... Дай ему оправдать. Да, экипаж! Я зажгу! Врёшь! Почему ты в меня вкидываешь, ты полудурок? Мой напарник в меня вкидывает. Что за бред? Ты чё делаешь вообще? Так, надо что-то делать. Надо даблкил и всё, выбедили. Вот и все. Меня убил! Это глупо! Это глупо! Это глупо! Нормально, нормально. Неплохо. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. И от начала, собственно, вы кайфанули. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы вы понимали, я очень много снимал игр, чтобы выложить хотя бы нормальные, но получились вообще такие вот, где просто мне не получилось просто угадывать, а просто мне приходилось убивать. И вот столько у меня было неприятных попыток, когда заснять, то меня убивали, то не угадывал, то меня обжора съедал, вот как прямо здесь. Ну а с вас тогда лайк, подписка, с вами был Мидр, всем пока.